Все. Все. Всем привет! С вами вы на канале Smirnoff School. И у нас сегодня стрим с Олегом Булах. И, в общем, меня зовут Катя Карай. И напишите, пожалуйста, чего у нас со звуком, с картинкой. Вот. И я для этого, наверное, попрошу Олега чего-нибудь сказать, потому что да. Нужно понять, насколько хорошо всех слышно, обоих двух. Да, потому что микрофоны разные, может быть, по-разному слышно всех. Меня может быть тише. Так. Так. Ну, вроде пишешь, что нормально. Нормально. Слышно. Это хорошо. А скажите, пожалуйста, насколько громко слышно меня и насколько громко слышно Олега? Потому что часто бывает такая ситуация, когда ведущего слышно отлично, а спикера нет. Все тип-топ. Пока задержка. Ну, пишут, что тебя слышно отлично, меня не очень. Ну, я думаю, что это не страшно. В смысле, то, что я заикаюсь. Вот, я думаю, что мы, в принципе, можем начинать. Вот. Потому что, ну, народ пока подтягивается. Я думаю, что можем начать с того, что у нас сегодня стрим в формате интервью. А это значит, что у Олегу можно задавать все интересующие вас вопросы. У нас есть несколько вопросов, которые мы уже подготовили до стрима, и начнем мы, как обычно, со знакомства. Олег, расскажи немного про себя, как ты дошел до жизни такой, как стал художником, и все, что считаешь важным и нужным. Ну, стал я художником, потому что надоело работать грузчиком, как бы это странно ни звучало. Итак, и дизайнером впоследствии. Ну и местный геймдев, который у нас очень такой скверный. В нем тоже не очень интересно работать. Вот, и поэтому решил. То есть не от хорошей жизни, скажем так. Как бы раньше был интерес, но не особо видел в этом смысл. Как бы деревня и прочее, и тут не воспринимается это как нечто такое нужное. Завод и прочее. Поэтому вот решил попробовать инту свой первый купить и порисовать. Ну, такие дела. Ты сразу начинал с каких-нибудь казуалочек, потому что у нас было несколько вопросов, пока мы готовились именно к твоему портфолио, потому что, ну, оно очень крутое, но оно достаточно специфическое. И в этой связи сразу же вопрос, работал ли ты на казуалочках, и какие заказчики приходят к твоему портфелю? На казуалочке работал с некоторыми компаниями такими, довольно известными, вроде Game Insight, я думаю, многие слышали. Кто это? Иконочки и прочее я рисовал. Ну и для некоторых не вышедших проектов тоже порисовал интерьеры, такие очень схематичные. Поэтому опыт определенный есть в этом, но такой небольшой. А насчет специфики, кто приходит? В основном инди-гейм-дев, так называемый. То есть, единственное, я только с одной киностудией поработал, с Кричами. В основном инди-разработчики. То есть, это очень малобюджетные и такие проекты. Кому хочется, как бы так сказать, выпендриться. В плане дизайна и прочего. Конечно, это грубо сказано, но так оно есть. То есть у тебя, в принципе, приходят ли какие-то заказчики, которые хотят от тебя не дизайн, а каких-то крутых промо-артов?
Пока нет, у меня в основном дизайн только. Разве что по Вархаммеру будут пробарты. Но это не сейчас, это пока в размышлениях, в разработке. Это твоя инициатива или они к тебе Не зашли? моя инициатива. Пригласили. Да. Круто, круто. А, так, у нас народ тут потянулся, ну, все наши старые знакомые пришли, забежали к нам на чай, скажем так. Те, которые чай пьют постоянно. Так, всем привет. Да, всем привет еще раз. Кто-то бежал, да. Расскажи, пожалуйста, в общем-то, про то, откуда ты берешь идеи своих речей, и, в общем-то, почему ты выбрал именно такую тему. И, кстати, твои самые, наверное, рьяные поклонники спрашивали по поводу твоего маскота. У тебя там есть персонаж с мечом, который постоянно, ну, появляется на твоих картинках. Что за персонаж, чем знаменит? Расскажи, пожалуйста, об этом. Так, по порядку у нас, откуда идеи беру. Так, с классика категории Б из 80-х, фильмов ужасов вроде там, ну и, да, в принципе, не все категории Б были вроде там, фильмов Капля, Нечто, Чужие. То есть никаких там особых секретов нету. Ну и, наверное, начало 90-х. То есть всякие такие, кто... Всякое такое, что сейчас не очень популярно. Не особо гуманоидные монстры и прочее. То есть, когда еще аниматроника и такие вещи работали. То есть, там, Муха Кроненберга. Оттуда и брал идеи. А насчет маскота. Это такая локальная шутка была с одной хорошей подругой. И как бы один раз нарисовал и пошло-поехало. То есть в этом особо смысла нету. То есть оно так, локальная шутка переросла в такое вот нечто постоянное. Я даже и не помню уже, почему оно образовалось. А почему осталось? Понравилось. То есть идея простая, ну, обычный овал. То есть рисовать его просто. Накидал рендером шерсть и уши, и все. Все довольны, всем нравится. То есть никаких там никакой глубокой задумки нету точно. Так, вроде бы ни одного вопроса не пропустил. Да, я тогда буду просто разделять, потому что, судя по тому, как мы сегодня говорим, у нас темп голоса сильно различается. Так, тут на самом деле немножко, ну, подъехали вопросы. Спрашивают, есть ли у тебя какая-то любимая библиотека референсов и чем ты обычно вдохновляешься в реальности? И касательно этой библиотеки, что самое мерзкое тебе приходилось искать? Библиотека референсов, ну, это животные, как бы, в прошлом я биологом хотел стать, поэтому очень большая библиотека скопилась всяких водоплавающих и насекомоподобных, то есть и древних, и нынешних. Как бы все, что интересно, можно нарисовать, оно в мире уже есть. Главное это удачно между собой объединить. Так, библиотека референсов. Ну, книжки по биологии, именно анатомические и прочее, очень хорошо работают в этом плане. То есть искать там глубоко не надо особо. Главное объединить грамотно то, что уже есть.
Ну, не, конечно, не так, что на птицу налепил сверху змею и все, и готово. Так оно, конечно, не работает. Ну, с определенной выдумкой можно что-то сделать. Как в плане того же чужого, который вполне себе основан. Ну, двойная челюсть, та же самая, вполне основана на вполне реальных существах. Название, конечно, сейчас не вспомню, но в области австралийского континента они вполне водятся. Я Так. думаю, здесь можно рассказать чуть подробнее про процесс разработки. Ну, то есть ты сейчас сказал о том, что ты берешь какие-то реально существующие аналоги и их как-то компилируешь. Расскажи, пожалуйста, о том, какой логикой ты руководствуешься. Как ты понимаешь, что вот это вот, ну, скажем так, вот эта конструкция мутанта будет ок норм, а вот это, ну, вообще-то так себе делать так никогда не стоит. Скажем, если заказчик говорит, что ок норм, я оставляю. Если не говорит не ок, то не оставляю. Вообще-то это довольно такая очень большая удача, и процентов 80 всегда отбрасывается. То есть то, что тебе кажется хорошо, другому может показаться нехорошо. Очень. И в основном, и, кстати, по этой причине большая часть монстров нынешних, они гуманоидные. Ну или довольно простым способом движения, потому что реализация очень влияет на то, как это анимировать и прочее такое. То есть всяких шести конечных, восьми конечных с кучей щупалец и прочих, и прочее очень не нужно никому зачастую. Это дополнительный бюджет, и вполне все исходит от него. То есть приходится наращивать сверху всякое идейное на уже довольно простую форму. Поэтому зачастую все приходит к тому, то что ты берешь стандартный скелет, ну, той же обезьяны и добавляешь на нее тентакли на морду или крылья. Все. Хочется, конечно, и большего сделать, но это не нужно. Вот. А если речь идет не про работу на заказчика, а про какие-то свои личные проекты? Если про свои личные, то беру и отовсюду и леплю в надежде то, что это получится хорошо. То есть сначала делаю, а потом уже думаю. Те же драконы, дополнить их с чем-то лавкрафтовским, вроде там морда осьминога, и вполне. Если людям зашло, значит идея удачная. То есть я заранее не знаю, как оно, хорошо это или нет. Это просто дополнительная практика. Вот. А по поводу дополнительной практики, ну, я достаточно давно слежу за твоим творчеством, и я вижу, что у тебя очень часто появляется обновление в твоем паблике ВКонтакте, там практически каждый день. И ребята в комментариях, которые тоже за тобой следят, спрашивают, расскажи секрет своей продуктивности. Как ты умудряешься? Как часто рисовать? Мало сплю. И все. И много пью кофе. Ну и как бы есть работа, которая не относится, скажем так, к рисованию. И это позволяет больше заниматься своим творчеством и те же заказы брать только то, что тебе нравится. То есть нету особой привязанности к заказчикам и рисуешь больше для себя. Поэтому пополнение такое очень частое. Думаю, если бы те, кто сейчас рисует на заказ, могли позволить рисовать для себя, это вполне бы стандартная была тема для всех остальных художников.
Я так думаю. Пришли уже в комментариях ребята, пишут, что пишет, рисуешь ты всякое мракобесие. Ну, это очевидно. Наши друзья из духовной семинарии. Вот. Главное, ребята, любить ближнего своего и то, что он рисует. И Да. не всякая тварь, она все-таки Божья, поэтому. Да. Кроме вас. Ну, я думаю, гражданин семинарист, он сам прекрасно понимает, что зерно мракобесия в нем есть. Так, здесь подходит к вопросу, ну, вопрос твоей продуктивности. Он, в принципе, очень много ему уделяется внимания в комментариях и спрашивают, например, ты рисуешь, ну, как подходить к вопросу системно, то есть сколько пьешь ты кофе, как ты выстраиваешь свой график работы, ну, то есть вот такие мелочи, которые помогут, ну, помогут организовать процесс ребятам, которые, в общем-то, хотели бы начать рисовать каждый день, да все никак не соберутся. Ну это как я это делаю? Берете кружку кофе, рисуете 50 минут, 10 минут что-то делаете другое. То есть, ну, лучше всего там в окошко посмотрите, там, ну, это сейчас ночь, не самая лучшая затея. Но отвлекайтесь на что-то. Те же референсы посмотрите. И снова так 50 минут, и где-то, учитывая то, что у меня рабочий день 9 часов, то есть я могу в день там 5-6 часов рисовать еще сверху. Ну и на работе там еще часа 4. То есть 10 часов рисования в день. Таким методом можно попробовать сделать. То есть главное передышку. Если вы будете непрерывно рисовать, то это ни к чему не приведет. Вы просто устанете и ничего у вас не будет. При таком плотном графике не случаются перегорания, усталости. Случаются. И что с этим делаешь? Возюкаю по планшету, пока она не пройдет. То есть не делал там передышки, там это как там есть модные сейчас выражения. Не знаю, может, они уже не модные. Там арт-блок и прочее. То есть перерывы там по месяцу, по неделе я не делал никогда. Мой опыт такого очень печальный, потому что когда ты месяц не рисуешь, ты потом тяжко возвращаешься в эту колею. Поэтому каждый день хотя бы час, если даже не получается, я стараюсь что-то рисовать. Даже если ничего не выйдет. То есть всегда надо, как бы там ни говорили за мотивацию и прочего, самая лучшая мотивация — это когда ты себя дисциплинируешь. Ну или кого-то заставляешь себя дисциплинировать, если само не выходит. То есть там плеткой бить кого-нибудь и прочим. Это работает. Касательно дисциплины, здесь еще спрашивают ребята по поводу того, что, ну, у тебя как бы портфолио, оно достаточно цельное. То есть у тебя там определенная стилистика, определенный жанр, определенная тематика работ. И Артем Нургатин спрашивает, а не хочешь ли ты попробовать себя в разных стилистиках? Или не хочешь ли ты сменить там тему какую-нибудь? Ну, то есть расскажи о том, ждать ли от тебя чего-то другого, принципиально другого, нежели то, что у тебя теперь. Будет вот на Новый год такой инсайт. Будет рисуночек вполне себе добрый с музычкой и видео рядом в After Effects. Вот. То есть вообще отличается от всего, что у меня сейчас есть. Ну, может, мне покажется, я буду узнаваем, если так можно сказать. Но все-таки это будет нечто очень добродушное и очень отличающееся от моего нынешнего. То есть без всяких грязно-коричневых, черных цветов.
То есть я вполне открыт для всяких экспериментов. Ну, если так говорить, если про портфолио говорить, то это далеко не все, что я рисую. Там просто цельность лучше работает в этом плане. Если я буду рисовать мрачное, 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 потом резко выдам туда что-то вроде как и рисовал для китайского календаря лапшу слугам, но это будет очень странно, как мне кажется. То есть есть отдельный блог, где все выкладывается, там и будет все. На портфолио пускай, наверное, будет более цельное. Ну, если так говорить. А вот этот новогодний арт, про который ты сейчас сказал, это твоя затея или тебе его кто-то Не, заказал, может быть? это моя затея. Как бы Так. неспроста ж я After Effects изучаю. Про After Effects, кстати, расскажи, ты занимаешься анимацией или у тебя это, ну, просто опыт для конкретной работы? Нет, это просто ради интереса там эффекты накладывать, как бы оживить немножко рисунки. Хочется как-то разнообразить творческие границы, скажем так. То есть ту же музыку и прочее, но я еще ни разу не накладывал. Хочется попробовать, как это будет. Так, а здесь еще спрашивают, ты вот сейчас чуть раньше сказал, что у тебя там какие-то серые, коричневые цвета, вот это все. Но в целом у тебя же цвета достаточно чистые на работах. А у тебя есть какая-то система работы с цветом или какой-то путь, которым ты изучал подход к работе с цветом, или это все чисто интуитивно происходит? Ну, метод тыка, так называемый. То есть пробовал, как оно выглядит. То есть у меня куча попыток, где это все неудачно выглядит. Ну, во всяком случае, это на свежий взгляд я это вижу. То, что так оно есть. А так методики особо нету. Беру пипетку и хватаю из то, что у меня есть на рисунке, и просто по цветовому там, кругу или квадрату, как сейчас у меня, выхватывает цвета, то есть на глаз работаю. То есть там с фоточек и прочего я не брал цвета. Ну, кроме ранних этапов, когда подсмотреть надо было. А касательно ранних этапов, здесь вот ребята спрашивают, вопрос насчет работы. Если не секрет, то сколько времени у тебя ушло на обучение перед тем, как ты, собственно, устроился на работу, где можно рисовать картинки и получать за это денег? Ну, собственно, за работу, на которой ты смог себя обеспечить. Около 2 лет. То есть, ну, это если учитывать то, что я довольно медленно обучался, абсолютно не понимая, как это все работает, то около 2 лет. Если сейчас, там, когда есть куча школ, то вполне можно этому научиться быстрее. Я тогда это не знал про них, и поэтому был довольно глуповато и медленно. То есть, я думаю, вполне можно с нуля за полгода, вот, вполне достигнуть уровня ну, рабочего. Я не говорю там про иллюстратора, но рабочий уровень вполне можно, если усердно пытаться что-то делать. Так, ну и, собственно, здесь дальше, ну, сходу же вопрос, с каким проектом ты работаешь сейчас? И, ну, спрашивают, где ты учился? То есть, возможно, вопрос про то, есть ли у тебя художественное образование, собственно. Вот, а если нет, то расскажи, ну, любимый вопрос, сколько стадиков делать в день? И, собственно, как систематизировать свой процесс обучения? Потому что только что ты сказал о том, что тебе потребовалось время, чтобы понять, что систематизировать его все-таки можно. Так, сейчас я в голове ложу все, на что ответить. Хорошо. Так,
насчет стадиков в день не меньше 2 часов рисовать. То есть без разницы что, но вообще лучше на открытой природе всякую геометрию рисовать. Это очень полезно и нужно. Это очень хорошо работает. Ну, если так рассматривать именно как обучение. То есть всякая скучная волокита, ее надо делать. Если хочется с нуля рисовать красивые картиночки, то да, боюсь, разочаруетесь. Я пытался, это довольно скверная затея была. Так, как учился и как обучаться? Конечно, от меня это будет. Мне сложно будет на это что-то сказать, потому что я учусь до сих пор и с переменным успехом. Сказать, что я там специалист, и который может советы давать, это, я думаю, не самая лучшая затея. Но вообще просто учиться по тем же книжкам, там БАМИС. Ну и школы, которые курсы именно конкретные задачи преподают. То есть тут надо определить для себя, чем хотите заниматься. То есть если хотите иллюстрацией заниматься, то берете курсы там, где больше иллюстрации. Хотите концепты, где больше концепты. То есть пытаться все сразу, это нехорошо. Это ни к чему не приведет. Ну, кроме разочарование, скорее всего. Потому что куча знаний с нуля вбить в голову, это довольно проблематично. Всегда надо какую-то основу иметь и на основе нее уже развивать конкретные навыки. Вот. Так, что еще? Я забыл Еще сказать. спрашивают, на каком проекте ты работаешь сейчас? А. И тут вдогонку уже вопрос, как устроился на самую первую работу, которую сейчас. Ну, сейчас я не художник, если про работу говорить. Я печатник, но это. Я уже говорил, почему я так сделал. Так, и над проектом, наверное, через полтора, может, через год, может, через полтора выйдет игра. Я название не знаю, я только делал концепты для нее. Это будет хоррор от первого лица на Unreal Engine 4. Это все, что я могу сказать. Насчет, ну, скорее всего, бегать с камерой придется. Ну, это понятно почему. Название не знаю, потом еще Варон Креатив поработал. Аарон Смит Креатив, вот. Монстр для фирмы будет тоже такой симпатичный, ползающий. На Богомола похоже. Не знаю, конечно, может, он не войдет, но мне за него заплатили, и поэтому я доволен. А сейчас над каким проектом работаю? Ну, над той же игрой сейчас для внутреннего мира. То есть мне надо описание и концепты лора сделать. Вот такие дела. То есть я название, конечно, не могу сейчас сказать, потому что я его даже не знаю. Я только футажи первые видел там и все. Каких-то конкретных вещей не могу рассказать. На самом деле, тебя то, что ты сейчас сказал, что не работаешь художником, тебя это спасло от того, чтобы тебя спросили кисти. Прямо так и написали, что кисти не художника, нам не нужны. Ага. Мне кажется, это беспрецедентный просто случай у нас на канале, когда мы проводим стрим, и кисти не нужны.
Ой, какая радость. Но они Ну вообще ладно, Саня. они в открытом доступе у меня лежат, поэтому кто хочет, может брать. Но Так. я не художник, поэтому я уберу их. Правильно, правильно. Так, И... вопрос к тебе такой. О, стоило об этом сказать, сразу дай кисти. Давайте быстрее, пока он не успел их спрятать. Я все, я сейчас на Гамроде буду продавать их. Вот не художник, а коммерческая жилка неплохая. Здесь вопрос такой, каких хоррор-художников ты можешь посоветовать и какие крутые проекты тебя вдохновляют? То есть, что вот классное по визуалу ты можешь рассказать и куда ты можешь отправить? Хоррор-художники. Я сейчас, наверное, многих расстроен, но я за миром CG в этом плане не особо слежу. Ориентируюсь в основном на классику, вроде Бексинского, Гигера. Да и, пожалуй, все. Мне их, наверное, хватит надолго. Из современных... Ой, какой же я глупый. Сейчас я гляну, как их зовут. У нас такая неловкая пауза, пока ты там гуглишь. Ну да. На самом деле, судя по чату, я смотрю, что тебе, наверное, все-таки придется рассказать чуть больше про продуктивность и чуть больше про всякие стратегии повышения скиллов. Вот это все, потому что вопрос прям животрепещущий. Самое главное. По поводу повышения скилла, ну если так, мне говорят то, что он там вырос у меня за короткое время, но вообще очень много рисовать и бросать отношения, тогда будет работать. То есть самый большой период по росту у меня был тогда, когда у меня никого не было. Не, ну конечно, может это частный случай. Да, это скорее всего частный случай. Но вообще так. То есть чем меньше людей, которые вас отвлекают или мешают вам что-то делать, тем лучше. То есть вы больше рисуете, больше занимаетесь именно тем, что вам нравится. Но и надо себя либо заставлять, либо, ну, мотивация, мне кажется, это довольно глупая затея. Дисциплинировать в плане того, что вам надо всегда там графики составлять или найти человека, которому он будет вам помогать это делать. То есть это учеба, ну, на тех же курсах. То есть если у вас самого не получается, только так. Каких-то там секретов нету. Ну, во всяком случае, я не знаю секретов. Надо просто работать и работать. Ну и не просто так рисовать, и не рисовать одно и то же всегда. Так вы тоже особо не прокачаетесь. Даже самое, если сложно вам, неприятно, это вы не можете это сделать, то надо себя пересиливать и пробовать. То есть в плане софта тоже. Тот же ZBrush и прочее, их надо использовать по возможности. Не надо думать то, что вот Photoshop и все. Надо именно позволять себе как-то творчески развиваться. Касательно софта, ты сказал, что вот про ZBrush только что сказал. Ну Да. и, собственно, вопрос, который мы часто задаем на наших стримах, 3D и Photobash. Используешь ли ты, и если используешь, то, может быть, свои пайплайны у тебя есть, либо если не используешь, то, в общем, как относишься, расскажи об этом. Так, Photobash. Если нужна скорость и что-то быстро сделать, чтобы оно выглядело более-менее сносно и быстро, то пусть. Ничего плохого в этом не вижу. То есть, ну, конечно, я не люблю его как
нечто визуальное, потому что, ну, это не для меня, оно неинтересно выглядит. То есть я люблю все-таки все, что ручками создано. Но если надо как рабочую задачу, то это вполне в плюс. 3D. 3D используют иногда. То есть тот же ZBrush я вполне себе одобряю. Как пайплайнов у меня нету, и я просто иногда там что-то если мне не хочется заморачиваться, то просто геометрию определенно набросал и сделал по ней. То есть не прям с нуля, а просто для геометрии. То есть, ну, поза Т, так называемая. Ну, это тоже рабочая задача, как бы, если надо чего-то, какую-то болванку определенную иметь, то вполне можно. То есть я одобряю все способы, если они работают на выполнение задачи. Так, что я еще не ответил? Ты там художников искал. А, да, я уже заговорился и забыл то, что я искал их. Ладно, пока ты ищешь, я могу сделать небольшую рекламную паузу, чтобы у тебя был повод На. отвлечься на твою задачу. Так, ну, собственно, как вы могли заметить, Олег часто в процессе стрима говорит про курсы. В общем, можете зайти на остальные ресурсы Smirnoff School. У нас там курсов много, всяких разных. Подходите к выбору мудро, потому что мы считаем, что обучение возможно только когда вы готовы уделять этому время и когда вы адекватно оцениваете свой уровень и ту нагрузку, которую вы готовы сейчас взять. Кроме того, у нас, как вы знаете, открылось недавно арт-пространство, и в нем раз в неделю проходят наброски. Опять же, зайдите к нам в контакт, в группу в нашу ВКонтакте Smirnoff School, и обратите внимание, что завтра у нас вечером будут наброски леди в доспехах. Вот, они собственно, приходите, задавайте вопросы, общайтесь, там есть кофе, печеньки. Вот. Даже капитан, возможно, зайдет. Так что заходите к нам на всякие разные ресурсы. Вот, еще можно всякие лайчики поставить видосику, если вам нравится стрим. Можно подписаться на канал, потому что стрим у нас 2 раза в неделю. И я надеюсь, что за это время Олег уже нашел художника. Олег. Да, нашел. Так, Робби Тревина. Тут у него очень красивый лайн и очень. Я думаю, ты можешь вытащить браузер на монитор, который захватывает, и показать ребятам. Сейчас. Так, на который захватываю. Ага. Я думаю, меня не поругает YouTube за нарушение авторских прав. Так вроде там 10 секунд, что ли, можно показывать. Ну. Там у Ютуба какой-то есть лимит. Его работы мне нравятся. Не сказать, что я прям, ну, вдохновляюсь ими, как. Но иногда и когда я пролистываю что-то, я на его работах залипаю. Что у нас следующее? Ну и тоже Олег Вдовенко, который, я думаю, всем известен. Тоже один из любимчиков современных, именно в том плане, то, что в его работах такой дух ужасов категории B80-х, которого, ну не знаю, мне не хватает сейчас, потому что засилье такого очень слабого хоррора сейчас. Ну, и надеюсь, то, что когда-нибудь такого плана вещи перерастут дорогостоящий проект. Вот.
ты сейчас мог бы назвать какие-то проекты последних лет, там кино, может быть игры, которые вот именно в той эстетике, которую ты любишь и уважаешь? Из игр последний это Prey был хорош, мне понравился, и Doom. Из игр, пожалуй, все. То есть тот же Dead Space вышел там в 2008 году, поэтому тоже, наверное, не давнюшнее время. А из современных только Prey, пожалуй. То есть что более-менее впечатлило по стилистике и в плане проработанности мира. Не знаю, конечно, когда Doom там в следующем году, который выходит, будет, но Prey впечатлил. Ну и надеюсь, игра, над которой я поработал, тоже будет нормальная. А когда выходит? Не знаю, мне дату анонса не сказали, но надеюсь, в году 20-м. Ну и почти скоро, 2 года всего Ну да. подождать. Но опять же, это инди-проект, поэтому это может и в 30-м. Тебе здесь в комментариях пишут, что выражают глубочайшее уважение за скиллы рисовальческие и музыкальные. Музыкальные. Что за музыкальные скиллы? Это очень долгая история. Ну давай, у нас много времени, расскажи об этом. Ну, я же типа музыку делаю. И как бы для той картинки, которая в After Effects будет, и музыка тоже от меня-то будет. Ну, кстати, тоже будет довольно специфично для меня симфо, потому что я прожженный металлист, если так можно сказать. А так, да, музыкой занимаюсь так лет 8. Наверное, дольше, чем рисованием. Ну, это Никогда такое. не думала. Это такое. Никогда не пробовал, что? Никогда ты не пробовал, не думал, чтобы музыкальные скиллы тоже выводить на коммерческий уровень? Или ты уже? Иногда это делаю, но вообще у меня очень специфичные вкусы в плане музыки, и коммерчески они вряд ли будут востребованы. То есть это такое очень внутреннее хобби. То есть оно вряд ли кому-то интересно. Это когда в течение там песни размеры там 11 восьмых и прочее, ну кто музыка занимается, знает, то что такую музыку очень сложно сделать коммерчески успешной, потому что ее не поймут. Я это прекрасно осознаю и даже не пытаюсь врываться туда, где, ну, ей не место. А про свои рисунки ты так не думал? Ну, то есть там же тоже достаточно специфическая тематика. К тому же... Ну, рисунки в плане того, что всякие существа и прочее, их на том же ArtStation пруд пруди. То есть, ну, их гораздо больше можно применить куда. Музыка, тот же металл, но сколько там проектов за последние там лет 15 можете назвать, где что-то из тяжелой музыки применялось в больших количествах. Был, да, там какой-нибудь Painkiller, да, Doom последний, ну и все. Ну, Wolfenstein. То есть это довольно прорывистый вариант, учитывая то, что это довольно известные исполнители занимались для этих проектов. Или внутренних студий. Для того же Дума у Bethesda, по сути, сам свой личный музыкант есть. Поэтому просто хобби такое. И все. По вечерам там часик посидеть. Нервы потрепать себе. Я смотрю, ты все часиками определяешь. Часик Ну порисовать, да, часик поиграть. да. То есть. Ну, сейчас поиграть вообще не получается, даже часик. И в итоге игры, которые там на 10 часов рассчитаны, занимают там полгода. Так,
все, конечно, хорошо, но вопрос того, как накачать скилл без регистрации СМС, он, по-моему, сегодня весь вечер. Без регистрации смс, это сложно. Да, и даже без кисти Олега, кстати. Ну, я, конечно, могу там порекомендовать подписываться на мой Patreon, там, забашлять мне, тогда, может, я придумаю способ. Так, касательно вопросов, здесь спрашивают, как ты считаешь, важно ли рисование с натуры, чтобы освоить светотень? Потому что, ну, бытует такое мнение, что статики с фоток, они тебя ничему не научат, и объем можно передавать только Ну, работая с натурой. то, что ничему не научит, это, конечно, грубо будет сказано, но вообще живой свет и тень дают больше понимания, как все работает. То есть на фотографии, если вы посмотрите, вы не сможете понять физику самого распространения света, то есть как он отбрасывает тень, вы там ручками не потрогаете металл и не посмотрите, как он блики отбрасывает. Тут уж очень ограниченные средства у вас. Ну а так, если нет возможности, да, можно делать их. Но лучше живое рисование. А у тебя есть что-то показать, что ты рисовал с натуры? Нет. Нет, просто у меня планшет такой стационарный и сложно показать. Но не знаю, вне стрима где-нибудь найду, покажу. Мне сейчас просто. Ну, на компьютере у меня ничего нету. И Ну так у меня хорошо. черепушки и прочее я рисовал с натуры. Мы тогда поверим тебе на слово. Надеюсь. Так, здесь еще вопрос про то, что судя по тому, что происходит сейчас на экране, ты специализируешься на всякой ксеноморфне. Ксеноморфне, как слово правильно прочитать? Ну, на кричах, короче. И вопрос такой, реально ли выжить на рынке, если иметь настолько узкую специализацию? То есть, например, только кричи или только роботы, или тем не менее все равно придется рисовать сочных коров и веселые фермы? Ну, последние лет так. Ну, не лет, так что. Ну, года три я не для веселых ферм и прочего не рисую. То есть мне вполне хватает того, что я делаю. Но и не забывайте то, что я все-таки не только кричи рисую. То есть навык, ну, если вы умеете рисовать кричи, то с большой вероятностью вы можете нарисовать и человека. То есть не надо себя ограничивать именно с конкретной специализацией. То есть я вот нарисую кричи, все, я больше ничего не буду. Нет, так лучше делать не надо. Кричи это должно быть что-то вроде результатом вашей работы над остальным, но никак не основой. То есть понимание того, как там работают суставы и прочее, они должны быть и распространяться на все, что вы рисуете. А кричи это, ну, просто вы рисуете их. Рисуя только их, вы, ну, далеко не продвинетесь. Надо рисовать все. Ну, по возможности. Просто что-то вы будете рисовать лучше, там, если говорить про кричей, что-то хуже, если это говорить про технику и локации. То есть в тех же локациях я слаб. Я очень плохо мыслю в плане там пространственной геометрии и прочего. То есть мне не очень хорошо это дается. Такие дела. То Но, есть. тем не менее, у тебя было достаточно, ну, по-моему, у тебя же была достаточно проработанная работа для Yalbook, ты рисовал Да. иллюстрацию с пончиком и все такое. Ну да, было дело. Как решал задачу с бэкграундом? Да просто этот сетку строил и внутри нее прорисовал все. То есть никаких там, ну, сверхзадачи не было. Ну, там довольно очень простая перспектива, одноточечная. Поэтому, думаю, там, ну, сложностей ни у кого не должно быть возникнуть, рисуя такое. Там основной убор на кучу рендера. И все. То есть.
Ну и когда я продавил, когда распечатали, то все это ушло. И осталась куча мазаного. Непонятно чего. Такие дела. То есть, ну, если хорошие рендеры можете, то юзайте рендер. Если нет, то можно попробовать там ракурсы и прочее. Вроде бы я что-то меняемое сказал, да? Ну да. Здесь на самом деле вопросы такие разнообразные, что я не знаю, как их На, распределить систематизировать. по блокам. Да. Ну, значит, вопросы будут такие, какие они есть. Так, начнем, наверное, с того, что тут не с вопросом, а с ремарки. Тут Евгений Реутов пишет, что потащил компьютер с планшетом в студию с натурщиками. Евгений, не тащи, лучше тащи себя в наше арт-пространство. Там у нас есть и компьютер, и планшеты, и бумага, и вообще. Вот. Так что, если хочешь порисовать с натуры на компьютере, приходите к нам в арт-пространство, вот в эту пятницу, например, и там показывают. Там можно порисовать на компьютере. Так, дальше вопрос, пара вопросов по портфолио. Ну, говорят, что должно быть узкоспециализированное, кто-то говорит, что должно быть разнообразное. Вот что с этим делать? Ну, от того, что вы хотите делать. То есть мне вполне хватает того, что, ну, у меня узкая специализация. То есть, ну, вроде бы узкая. Сейчас загляну к себе в портфель хотя бы. Ну да, у меня тут всего лишь три человека. Четыре. В основном все кричи. Поэтому, ну, их заказывают у меня, кричей. То есть заказчик на любой портфель найдется. В этом особо нету прям точного правила, то что вот если вы рисуете разнообразное что-то, то у вас не будет заказчика. Но если вы рисуете кучу всего разного, у заказчика нет уверенности, что, ну, что вы будете делать хорошо, точно. Я думаю, так. Поэтому, если разнообразие портфолио вас устраивает, то и делайте разнообразным его. Я же не думаю, что существуют какие-то правила в плане того, то, что если вы рисуете кучу всего, то все, вы этот плох. Нет, скорее всего, даже это наоборот работает. Но проблема в том, что вы можете как бы рисовать все подряд, но везде быть, ну, середнячком. Потому что если посмотреть так портфолио других художников, если даже не говорить про меня, то у всех более-менее все цельное. То есть, если даже говорить про таких, у кого много всего, у кого-то куча девушек в бронелифчиках, у кого-то, наоборот, больше кричей. То есть все более-менее делают в одном ключе все. Поэтому, я думаю, это личный выбор скорее. Вот сейчас рандомно открыл портфолио, тут одни портреты. И думаю, человек устраивает это. Просто пытаться угнаться за всем и сразу, ну, просто, скорее всего, вы просто растянете свое там, время обучения чему-либо. Научились чему-то хорошо, а потом можно уже делать все остальное. Мне так кажется. Так, касательно, опять же, возвращаясь к твоему портфолио, здесь спрашивают, нет ли у тебя в планах сделать какую-нибудь многофигурную иллюстрацию в стиле хоррор? Есть. Будет. Насколько близки планы к реализации? Ну, наверное, январь. То есть там, наверное, массовка будет, наверное, человек 30. То есть ты уже начал? Да. Круто.
Так, здесь пишут, что твоя плеча, которая на мониторе сейчас все видят, она очень похожа на то, что могло быть в фильме «Люди в черном». Вот прямо оттуда. Вдохновляешься ли ты Карлосом Фуанте? Фуанте. Я не знаю, как правильно говорить. Я не знаю, кто это, пожалуй. Хотя, очевидно, концептер для людей в черном. Я не смотрел концепт для фильма «Люди в черном». А сам фильм смотрел? Сам фильм смотрел. Я думаю, это сравнено, наверное, с первой частью. Или где там был огромный таракан на человек. Ну, в первый. Ну вот, может быть. Но как бы специально сейчас я не, если бы не напомнили, я бы не вспомнил про этот фильм. Это про то, Окей. Ага. ну, это про то, что можно как раз-таки в тот самый момент, когда и ты что-то рисуешь, и где-то кто-то это уже видел. То есть нормальная тема такая. То есть часто встречается то, что ты что-то рисуешь, думаешь, оригинальное. И на самом деле нет. То есть пытаться оригинальничать, ну, без скилла и прочего, это вот. Наверное, когда зададут этот вопрос, то, что с самого начала пытаться оригинально что-то делать, это довольно скверная затея. А у тебя прямо сейчас на соседнем мониторе открыт какие-нибудь референсы? Нет, ничего не открыто. Что Сейчас у меня открыта только окошко Твича, ой, Твича, Дискордом. Дискорда и ОБС. Так что вот, смотрите, человек без референсов присутствует. Ну, я-то ничего хорошего не рисую. Ладно, очаровательное создание. Так, здесь у нас еще есть несколько вопросов. Ну, все-таки ребята хотят чуть поподробнее узнать о том, как у тебя идет концепт продумывания именно дизайна. Ну, то есть, представь, что у тебя пришел какой-то заказчик и говорит, хочу кричу. Вот такого классного дизайна. Как у тебя идет процесс придумывания, с чего ты начинаешь, чем ты вдохновляешься и какие приемы ты используешь? Видимо, не хватило ребят на твой ответ, хочется подробнее чуть услышать. Ну, сколько раз я рисовал кричи для кого-либо, то все приходят с вполне конкретными, ну, мыслями, и моя задача только реализовать их. То есть я накидываю там, грубо говоря, очень таких схематичные образы. Я думаю, кто там на CG Винти был, то там Джама Джурабаев показал, как в три мазка можно там просто образ накидать и, в принципе, что-то из этого рендерится. По сути, довольно такой распространенный принцип. То есть мне сказали то, что должно быть на то-то, на то-то, на то-то похоже. С тем-то, 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 там, чтобы я там была рыба, там у него 6 конечностей человеческих и крылья. И рисуй. Пока не будет красиво, мы тебя не отстанем. То есть с нуля мне ничего не дают рисовать. Прям что хочешь, то рисуй. Если для себя, то беру что-то за основу, какое-то создание из существующих и пытаюсь его как-то измолоть, перемолоть, чтобы оно было мало похоже на то, что я начал рисовать. Ну и референсы закрывать лучше сначала, сразу, чтобы убрать всю схожесть. Посмотрел, полюбовался, закрыл. Вроде бы все ответил. Надеюсь. Я думаю, что еще мы не раз вернемся к этому вопросу. Потому что, ну, я заметила, что часто на стримы приходят за секретом скиллухи. Вот. Секрет в том, что за скиллом надо ходить в Photoshop, а не на стрим. Ну, кстати, да.
Так, здесь спрашивают, что на QBrushes видели набор читерных изделий, где готовые штампы, там, тело мужчины и тело женщины в разных проекциях. Видел ли ты когда-нибудь, чтобы таким кто-нибудь пользовался и вообще, что такое? Нет, я ни разу не пользовался, не видел. То есть, как я даже не представляю, как это работает. То есть, просто заготовка, и на нее сверху накидываешь все, что хочешь. Ну, видимо, да. Ну, я ни разу не использовал. Здесь дальше вопрос будет про то, как себя продвигать как художника, потому что пишут ребята, что регулярно тебя видели в пабликах всякие там «Привет, сейчас я рисую», паблики помощи художникам, и спрашивают, Но, помогло ли это тебе привлечь аудиторию, заказчиков, или нужно как-то по-другому. ну, к сожалению, через ВК у меня ни одного заказчика не было. Поэтому это все мертвый номер, и я так чисто, наверное, скорее по фану выкладываю. То есть ВК у меня заказчик. Только один, наверное, был за последние там года три. То есть аудитория ВК, она довольно, ну, как бы это сказать, не в обиду, бедная. И те цены, которые это называют, ну, тот же я, то они не будут платить их. Поэтому в основном у меня ArtStation, а там продвижения особо нету какого-то. То есть ты выкладываешь работу, она зашла, значит, в тренинг вошла. Не понравилось, не вошла в тренинг. ВК мне мало чем помог в этом плане, к сожалению. Такие дела. То есть у тебя в основном заказчики через ArtStation приходят? Да. ArtStation и Facebook. Ну, На Фейсбуке как продвигаешься? пару раз Instagram был. На Фейсбуке как продвигаешься? В друзьях всех подряд добавляю. То есть там, видимо, такой механизм. Ты, чем больше друзей у тебя, тем больше тебя добавляются. Как-то случайно натыкаюсь на новых заказчиков. То есть как какого-то специального поиска заказчиков у меня нету. Ну, из-за того, что работа есть. То есть как-то специально продвигать. Ну, я попытался тоже ВК. Посмотрел, как это работает, это не работает, и я перестал этим заниматься. То есть, там, впредь я сейчас рисую, выкладываю периодически работы, и все. Но клиентуру именно, которая там приносит мне доход, это нет, не дает никакого. Так, дальше вопрос, собственно, про то, что сейчас происходит на мониторе. Ну, понятно, что какое-то время ты учился рисовать, и ты не сразу пришел к тому, что делаешь сейчас. Расскажи об этом, как сильно менялся твой пайплайн, и можно ли, будучи новичком, рисовать от пятна, и в чем тут подводные камни? Новичкам от пятна нет, не рисуйте, это довольно гиблая затея, и если вы накосячите в самом начале и будете пытаться это все рендером замазать, натолкать всего там эффектов и прочего, просто у вас будет перегруженная картинка. То есть построение и вообще с самого начала лучше не пытаться там большие иллюстрации делать. Вы тратите кучу времени, но каких-то больших навыков вы не получите. Поэтому от пятна лучше не рисовать с самого начала. Лучше с То самого есть начала. совсем Да. скетч. Скетчи, да. Быстрые, причем сотнями в день. То есть. Все за час. Да. Ну, там, по 5 минут на скетч. То есть такие. Не надо там прям пририсовывать, вам надо поймать геометрию. А на каких аспектах стоит сосредоточить внимание новичку? Ну, то есть часто там говоришь про рендер, про то, что не надо рисовать прям иллюстрации. Что нужно в первую очередь себе фиксить, что нужно в первую очередь прокачивать и что делает картинку классной? Именно правильность построения и чтобы, ну,
как бы если ты рендером накидаешь сверху полностью поломанную картинку, она красивее не станет. То есть, ну, если, конечно, не сильно поломанная, если так посмотреть, кучу таких знаменитых художников, сейчас имена, конечно, не назову, но часто рисунки, там, шея длинная, там, раза в два длиннее, чем у человека, и, там, рука у локтя не так сломана, то там все-таки работают специалисты, и они знают, как это сделать так, чтобы это человеку было незаметно, потому что, ну, это иллюстрация, она обычно человек ее видит 2 минуты и больше, скорее всего, не видит в своей жизни. Ну, а на начальных этапах, если вы будете это допускать, то есть, скорее всего, у вас будет не особо сильный рендер, и плюс ко всему еще сверху сломанный человек или существо. Поэтому лучше с самого начала пытаться делать именно правильность геометрии. На это упор делать, потому что если у вас правильная геометрия, то, скорее всего, даже если без кучи рендера, она будет выглядеть хорошо. То есть, ну, посмотри, там куча лайнов, которые у того же Петра Яблонского очень много рисунков, которые довольно простые там в плане геометрии, но они завершенные. То есть там нету сотен там тонн рендера, часов работы, но они выглядят хорошо. То есть не надо прям пытаться каждую работу вылизывать там, ну, когда вы только начали. Вот. И сразу спрашивают, есть ли у тебя в этой связи академическое образование? Нет. Вообще образования нет художественного. Это, ну, что все остальные вопросы насчет образования художественного. Закрытие. Они, да, бесконечные. Их нет образования художественного. Один раз в 5 классе школы пошел в художественную школу, сходил, посмотрел и ушел. Все. И ушел рисовать кричей. Ну, скорее чертить. Чертить кричей? Чертить, да, просто чертить пошел. Это скорее такое отдельное занятие. А, здесь еще отмечают, что ты так, ну, достаточно расслабленно рисуешь плечо очаровательно и никуда не торопишься. И вот спрашивают, как прокачать вот именно этот навык, чтобы никуда не торопиться. Особенно для того человека, который за час в сутки успевает 100 скетчей сделать. Никуда не торопиться. Ну, если у вас есть работы, которые вам не трепят нервы, то, в принципе, вы торопиться не будете, когда рисуете. То есть, это скорее от того, чем вы занимаетесь. Если вы хотите прям рисование работы сделать, то, скорее всего, вы всегда будете на нервах. Ну, это вполне нормально. А так мне зачем мне торопиться? Я просто рисую, ну, получаю, скажем так, удовольствие от общения, мне незачем там стараться там показать то, что вот смотрите, я вот тут кистью мазнул, а потом вот тут. Посмотрите еще вот здесь. Как я хорош, там, не знаю. То есть Как получать мощно только. красит Ну рука. да, просто получайте удовольствие от рисования и все. То есть нет, ну просто если так посмотреть, ну вообще с другими художниками некоторые получают удовольствие от результата. То есть сам процесс их раздражает, они там готовы ломать все, кричать. Ну это от человека зависит. То есть я не могу сказать то, что мой способ будет универсален для кого-то другого. Есть люди, которые вполне получают удовольствие от рисования, им не надо там даже выкладывать рисунки. Такие дела.
Так, тут спрашивают про организацию твоего workspace. Ну, тут, собственно, спрашивают, почему у тебя кисти настроены таким образом. То есть, зачем ты их вытащил? Вот, палитру зачем вытащил? Ну, в общем, расскажи, собственно, насколько тебе это удобно. Ну, да. Почему так? Почему ты к этому пришел? Сейчас, надо подумать, почему я к этому пришел. Возможно, вопрос состоит в том, не мешает ли тебе вот это все на рабочем. А чем оно будет мешать? Мне, в принципе, монитор а большой. Чем оно помогает? Чем оно помогает? А, мне потому что все нужное под рукой. То есть цветовой квадрат, кисти. Все, которые, ну, как все. Все 10, которые, наверное, использую. Которые варятся одной кисти. Это свойство, тут мне обычно всякие наложения вроде цветового баланса, яркости, контрастности, уровней, то есть и слои. Абсолютный минимум всего. Конечно, можно еще и там историю добавить, но я ее не использую, потому что у меня Ctrl-Z обычно очень редко используется. То есть я почти его не использую. Раньше, да, у меня там Colorus был, я считал его удобным, но понял то, что мне, в принципе, что квадрат, что Colorus одинаковы, или Colorus. Ну, вроде я все время слышала Colorus, его называют. А, ну вот. Хотя в новой версии Photoshop его прям вкрутили в сам Photoshop. Ну, если вкрутили, то хорошо. Я еще просто... Мне этого хватает. На ноутбуке у меня еще 15-я версия фотошопа стоит. И она, в принципе, работает так же. То есть, если что-то работает, я даже не вижу смысла обновлять это. Ну, если ну, только... там... Если только... Ну, если только, ну, что-то там супер крутое не добавилось. Мне тут понравилось то, что там в фотошопе каком 18-м или 17-м добавилась рубировка кистей. Это удобно. Ну там в 18-м вообще много чего напихали. Там и группировку кистей сделали, и сделали симметрию, и колорус этот вставили, и еще стабилизацию кисти, то есть и аналог такой лазер на зуме. Так что там прям ну, все, да, чтобы не качать поле. А я вот лазер на зуме купил и не использую. Так, здесь дальше задают еще вопросы. Спрашивают, видел ли ты Mutant Year Zero Road to Eden? Это, видимо, игра какая-то. Я, наверное, тебе сейчас в Discord напишу. Да. Потому что such much perfect English, мне кажется. Я даже не позволю тебе понять, о чем будет речь. В общем, видел ли ты этот проект, и если да, то как тебе дизайн героев? Сейчас я открою, посмотрю, что это. И, может быть, я скажу, знаю я. Нет, я не знаком с этим проектом. Ну, такое, не знаю. Если я картинку сейчас посмотрел, там свин и утка. Ну, как бы не особо интересно. Очередные гуманоиды, только с головами других существ. То есть, ну, это часто, и поэтому мне не интересно. Вот. Я думаю, достаточно развернуто ответил. Ну да, здесь, в принципе, человек, который задал этот вопрос, он не делает никаких уточнений. Я думаю, что, наверное, хватило бы того, что... Ну да. Нет, ничего не видел. Да, опять гуманоиды. Ну, так, то я есть... смотрю человека. Угу. Ну, такого просто очень много, и... Как бы на очередной проект обращать внимание просто
не знаю, неинтересно уже, что ли, такого плана. Хорошо. Проект какого плана вызвал бы у тебя там сильный интерес, и который ты стал бы прямо изучать? Не Ч чего тебе не знаю. хватает сейчас? Чтобы что-то понять. Dead Space 4. По нечто, что-нибудь. То есть какой-нибудь хоррор не про там бегание с камерой по там психбольнице и прочим. То есть это уже, ну, надоело. А просто, ну, хоррор вроде Dead Space того же. Или на худой конец там Resident Evil, только там первый, второй. То есть такой хоррор-адвенчура, но с возможностью обороняться. Вполне все, да, сейчас бы был доволен таким. То есть тебе даже больше атмосфера интересна, чем, опять Да, же, дизайн да, ключей. да. Ну, атмосфера и плюс дизайн кричей такой более-менее оригинальный, чтобы был. Во всяком случае, которые там не просто там очередные зомби или гуманоиды там, когда, ну, если так пример сравнить, то первый, второй Crysis, то есть первый Crysis — летающие инопланетяне, второй — аналоги хищника, только с желе вместо волос. Ну, как бы это скучно. Так, тут попросили тебя сделать себе звук чуть-чуть погромче. Не, Вот себе. пишут. Да, себе. Ну, в смысле, тебе. Может, Сейчас я слышно плохо? попробую, конечно, потому что у меня на максимуме звук стоит. Это в самом ВСе настраивается. Нет, так в OBS тоже. Мне уже громче некуда. Тогда можно сделать меня потише, и все будут думать, что тебя сделали погромче. Я, конечно, могу просто микрофон поменять. Не знаю, Я можно ли? думаю, что это все сломается в процессе, нет? Да. Не знаю. И не буду. Я бы предпочла не рисковать. Ну тогда не буду, потому что, конечно, могу ближе просто говорить и все. Если никого не будет смущать то, что я плюю в микрофон. У нас тут как-то на стриме томно дышали в микрофон, так что ничего страшного. Да. Бывает всякое. Так, вроде пишут, что одинаково всех слышно, все нормально. Еще такой момент спрашивают. Расскажи, пожалуйста, про сборку компьютера. Собственно, на каком-то оборудовании работаешь? Какие-то особые настройки графопроцессоров? Ну, короче, техническая часть. Как собирал компьютер для рисования? Компьютер, ну, когда я только собирал его, то есть он под рисование не особо его собирался прям использовать. Ну, он у меня появился уже после планшета. Нет, до планшета у меня появился. То есть планшет у меня еще не был даже в помине. Просто сходился с компьютер такой более-менее мощный собрать. Тогда еще под фоторедактора скорее. То есть мне фоточки подредактировать, там дизайном позаниматься. Поэтому он... А потом он уже оброс там дополнительным чем-то железом. Но так конфиг, так, i7 3770, то есть старенький уже. Оперативки 16 гигабайт DDR3. Видеокарта Radeon Vega 56. Что там еще? Ну и, по-моему, вроде все такое. Самое важное. Ну и блок питания на 750 ватт. То есть, ну, не топ уже. Ну, достаточно. Я думаю, достаточно информации. Ну, тут просто, да, здесь как бы, я думаю, что если какие-то, ну, какие-то будут вопросы уточнения, то ребята обязательно зададут их в комментариях. Ну да. Вот, а пока, ну, вопросы просто слишком разнобой, я даже не знаю, как блоки определить, поэтому они, ну, такие. Следующий вопрос. Вдохновляло ли тебя творчество Говарда Филлипса или, может, что-то другое? Лавкрафт, ну, я читал его, но не сказать, что прямо
там супер фанат, но люблю. А из книжек мне скорее именно творчество, то я больше по Рэю Брэдбери и Филиппу Дику. Вот. Именно их творчество меня больше вдохновляет. Хоть оно у меня в рисунках не особо заметно, но и как бы, когда я что-то рисую, вспоминаю все-таки о них. О всяких наркоманских трипах, космическим полетам на Марс. И может, когда-нибудь я это что-то из этого реализую. Ну, в плане идей масштабный. А Лавкрафт, ну, атмосфера. Так, Говард Филлипс. Это Лавкрафт? Я что-то... Я думаю, надо гуглить. Я что-то сильно глуповат. Да, это Лавкрафт. Да. Пишет, что... Странно, что так назвали. Лавкрафт все-таки популярнее. Ну да. О. Говорят, что Брэдбери заметен в твоих работах. А, ну вот. Ну вообще, Лавкрафт мне нравится. То есть что-то по тем же хребтам безумия я бы хотел нарисовать. Но я пока не представляю как. Так, здесь спрашивают еще, что у тебя по кричам высокая насмотренность, то есть, ну, как бы ты можешь прямо из головы такую штуку нарисовать, ты сказал сейчас, ну, чуть раньше ты сказал, что у тебя нет референсов перед глазами. Ну да. И, собственно, вопрос о том, как наработать эту насмотренность. Вот. Человек тоже хочет этим заниматься, но не знает, как, видимо, прокачаться в этом аспекте. Но много рисуете, по сути, вам все, что вам надо знать, это какие-то, ну, базовые устройства той же анатомии, даже ну, человеческой, ее достаточно для всего, что вы можете нарисовать. То есть именно логика крепления конечности, она по сути у всех существ одинаковая. То есть скелет вы можете посмотреть всех млекопитающих, они по сути все собраны из того же самого. То есть те же самые кости, те же самые органы, просто по-разному расположены. Даже сейчас то, что я рисую, по сути собрано, хоть оно и виден такое из сочленений, но это очень простой дизайн. В плане тут не выдумки особо нету. То есть главное научиться рисовать основу, все остальное вам будет гораздо проще делать. То есть какой-то там насмотренности именно с кучей референсов вы можете посмотреть их, но основу вы можете по сути иметь ту же самую всегда. То есть рисуйте одно и то же. Так, что я сейчас наговорил? Насмотренность. Кстати, человек, который задает вопросы, он говорит о том, что по образованию он зоолог, биоэколог по образованию, по специальности зоолог, но ему больше интересен процесс придумывания. Просто про настоящих существ он много знает, а вот что с этим дальше делать, непонятно. И сразу, пока ты не начал отвечать, Котя поживает хорошо, она спит и не мешает вести стрим. Вот. Не переживайте, с ней все в порядке. Ура. Придумывать с нуля. Ну, как бы это можно. Но, скорее всего, это вы просто себе мозг перегрузите, потому что человек все-таки это такое существо. Все, что мы придумываем, это обычно основывается на существующем опыте. Что бы мы там ни пытались, это все пережиток того, что мы уже было в нашей жизни. Поэтому берете существо и методом, ну, экспериментальным методом, то есть не пытается прям с нуля вот сделать сразу круто и довольно. Не надо себя там ублажать мыслью о том, что вот вы такие классные и сделали хорошо. Скорее всего, если вы так думаете, то вы сделали плохо. То есть методом тыка, то есть десятки, сотни, там, не знаю, тысячи скетчей.
вы ему, скорее всего, сделаете это что-то более меняемое. Но оно вряд ли будет популярно. То есть, чем больше вы выдумываете и изобретаете, тем меньше вероятности то, что оно кому-то понравится. Люди всегда любят более знакомое. Так что не мучайте себя придумыванием велосипеда, но лучше сосредоточиться на том, что есть. Нервы будут спокойней. Вот. Главное, существующие элементы, ну, грамотно соединить между собой. А грамотно или нет, это уже, ну, пока не сделаете, вы не поймете. Вроде развернуто ответил. Кстати, пишет, ну, тот же человек, это Хангирей Мамаев, пишет, что вот в голове начинает сразу продумывать ареал обитания, нишу, есть ли там естественные враги, какие механизмы защиты выживания и ощущение, что все это мешает. Ну, я могу сказать, что на самом деле нет, потому что твой подход, он как раз похож на то, как концептили Кричей в Skyforge. Потому что сначала ты понимаешь, что это за существо, чем оно должно заниматься. И рисуешь ему, собственно, аналог такой. Да, но если такие вещи обычно прорабатываются командой, то есть это не один человек должен делать. Скорее всего, тут должен быть специалист именно, который, ну, на место вас поставит. То есть где-то ухищрение, где-то упрощение. Если начнете вы досконально продумывать весь эволюционный период его развития и прочего, то, скорее всего, вам это надоест. То есть должно все-таки творчество преобладать, а потом вы уже должны, ну, ареал обитания и прочее как-то симулировать на то, что вы придумали. То есть там добавить, там убавить. Такие дела. Ну, от простого к частному, скажем так. Так, дальше спрашивают тебя, патриот ли ты, или ты планируешь в будущем там сменить место жительства, там переехать в другую страну? Есть ли у тебя такие мысли? Патриот, ну, скажем так, патриотом, если даже с ними место жительства не мешает мне быть. Но вообще, да, планирую. Скорее всего, если так говорить, то такая ближняя Европа. Ты хочешь просто переехать или откуда-нибудь, может быть, офер получить из какой-нибудь конторы мечты? Да нет, просто. Хотя бы в город переехать. Так, дальше здесь задают интересный вопрос по поводу того, какие вопросы ты задаешь себе перед работой, то есть что у тебя не получается, каким вопросом ты задаешься, и вообще, в принципе, что тебя волнует относительно творчества и относительно, видимо, того, как проходит процесс твоего рисования. То есть каким вопросом ты задаешься перед работой? Ни с каким. То есть я просто сажусь и работаю. То есть у меня нету сейчас, как бы раньше задавал там определенные вопросы, чем заниматься, как, что делать мне. Но в конечном итоге я понял, что это лучше перестать. Надо просто делать и все. Ну не прямо там в ожидании чуда. Просто делать, пытаться и делать больше. А именно каждый день, то можно с ума зайти. Уже были такие прецеденты, когда немножко крыша подъезжала от мысли о том, что а куда тебя творчество приведет, а куда, что с этим делать. То есть такие вопросы имеет смысл задавать, когда ты конкретную работу хочешь иметь. В этой у меня конкретной задачи нету там найти работу. Поэтому я делаю все расслабленно, ну, периодически выполняя заказы там, от студии или там индивидуальные. То есть я не задаю себе вопрос этот. Вот.
А есть ли какие-то моменты, которые у тебя, ну, постоянно не получаются, и как ты с ним справляешься? Ну, последний раз у меня то, что у меня не получалось, я не смог настроить китайский планшет. Под те кисти, которые у меня сейчас. То есть, я вакуум могу настроить, а китайца не могу. Меня это очень сильно раздражает, и я очень психую и плачу. Ну, не расстраивайся. Так, здесь товарищ Хангирей, который хочет заниматься дизайном ключей, все никак не успокоится. Очень классно, что ты задаешь так много вопросов. Я надеюсь, что в скором времени ты прокачаешься, мы тебя пригласим на стрим про дизайн ключей. А, спрашивает, вот у тебя есть дизайн ключа, и что ты делаешь с этим? То есть у тебя есть какие-то первые там минут 15 набросков, где ты выбираешь самый удачный вариант, либо у тебя есть один вариант, который ты уже показываешь заказчику. То есть как у тебя идут поиски? Я, получается, где-то час я делаю 15 вариантов, ну, грубо говоря, скидывая их заказчику всех. Он говорит, это хорошо, давай что-то с этим делать. Я делаю, он говорит, нет, все плохо, давай другой, делаю другой. Он говорит, все вроде устраивает, давай пробовать рендерить это, чтобы модель оружия была как можно проще все это распознать. И уже по мере того, что я сделал изначально, наращивается мускулатура, там и такие вот вещи, там конечности добавляются. То есть зачастую там первый скетч, он, ну, сильно разнится с тем, что будет в дальнейшем. То есть я, по сути, я только образ создаю в начале. Довольно схематичный, он, ну, если его показать, там, даже сейчас, вот сейчас что-нибудь сделаю так, чтобы пример показать. Пока ты ищешь пример, здесь Не, что? я сейчас сделаю его, я сейчас не буду пока А, искать. я просто не знаю, что происходит на мониторе. Тут небольшая задержка. На Ютубе она тем не менее. Она не. Ну, на Ютубе она меньше, чем ВКонтакте, но тем не менее она есть. Потому что у меня вот только что открылся пост. Вот. Ну, ты, в общем, угадал, потому что Хангирей как раз хотел, чтобы ты показал, как происходит вот именно этот процесс разработки. Так, и здесь к тебе вопрос, есть ли у тебя личный проект со своей вселенной? Я, скорее всего, в середине следующего года, надеюсь. Я, конечно, ничего обещать не буду, но что-то анонсирую. То есть я сейчас там наработки делаю. Те же самые, там, что в группе выкладываются в одна ArtStation, и они когда-то перерастут. Что-то большое. Ну, из личного смотреть. Такие дела. Что-то Да. будет, надеюсь. Но мы будем его ждать. Мы обычно спикером ставим какой-нибудь дизлайн. Ну, правда, он относится к конкретной картинке, которая происходит на стриме. Вот. Кстати, когда ты делаешь картинку, которую сегодня рисуешь, давай тебе тоже поставим дизлайн. Когда доделаю ее, да, я завтра выложу. Ну, отлично. Может, даже сегодня ночью. Со самой быстрой. Обычно недельку берут. Не, я столько редко когда чем занимаюсь. Так, и здесь спрашивают, ты вот сказал там про китайский планшет, и спрашивают сразу же, какой графический планшет лучше выбрать новичку? Ну, в пределах там 7 тысяч. 7000. По-моему, это не вакуум. Ну, если бамбу какой-нибудь, то вполне может быть. Не знаю, что. А сейчас они Intos называются ж. Так они, по-моему, дороже стоят 7 тысяч. Да? Ну, я просто за ценами давно не слежу, поэтому не знаю, сколько они сейчас стоят. Я когда узнал, сколько там Синдик стоит, 24-й, мне этот. Я вообще не хочу больше получать покупать. Вообще, могу новичку посоветовать Хайон. Мы с ними работаем, это ни для кого не секрет, но у них планшеты классные, и, наконец-то, уже есть стилусы без подзарядки.
Вот, поэтому. Ну и, в принципе, да. Ну и плюс у Ну, них техсервис есть. у меня сейчас, из китайский XP Pen, то есть там 15,6 дюйма, ну, экранчик. Вполне хороший. То есть, ну, если так, в отрыве от того, если это меня вакуума не было, то я бы не жаловался им. Я просто его не использую из-за того, что там нету некоторых моментов, которые могут реализовать на вакууме. Тут просто физически невозможно. Но там работает он вполне хорошо, у меня там ни драйвера не вылетали, ни так далее. То есть с этим проблем вообще нету. То есть это не реклама и так далее, потому что там косяков хватает, но работает. А так, в принципе, те же Хайоныши они называются, да. Да, Хайона. Они вполне справляются со своей задачей. То есть, если у вас до этого не было, то вполне вас устроит. Они сейчас, что китайцы, что вакуумы из дешевых, которые тоже там не отличаются там сверхкачеством и так далее, вполне справляются со своей задачей. То есть Хайон, там XP Pen, там Уги еще. Кто еще? Боста. Есть еще новая какая-то. Да, ну вот. Их очень много. Они там более-менее все. Ну, Хайоны, я наслышал за то, что они там сервис хороший и так далее. Но они очень ориентированы на потребителя. Вот. Ну У нас, вот. кстати, с Хайонами есть совместный проект, маленький планшетик там с логотипом Smirnoff School, посмотрите, есть даже там парочку уроков для новичков и небольшая скидка для тех, кто планирует прийти к нам на курс. Так. Ну, на самом деле, я читаю чаты, тут прям разделились мнения, потому что пишут всякие разные марки планшетов, там Хайоны, Вакомы, XP-пены, видимо, это Ну, это частая война. так, Genius, прости господи, не надо. Не Нет, надо писать, что Genius. Genius не надо. Genius это плохо. Это кто-то написал, но я надеюсь, это просто какой-то тролль залетный, потому что... Да, можно еще какой-нибудь Rust упомянуть. Вот, вообще А, супер что особо. такое? Это тоже планшеты, там, типа Geniusов. Ну, вот раз другая техника хорошая. Ну да, но планшеты у них такие. Ну да. Ну, в принципе, я, кстати, первый раз от тебя слышу, что они есть. Ну Мне и казалось, они... ну типа сейчас я накидал там буквально там 5 минут вот такое показываю заказчику, только в десятках вариантов там с разным расположением конечностей, там изогнутость тела, там где-то ребра торчат или где-то еще что-то, и все это там на это потом уже сверху наращивается что-либо более-менее меняемое. То есть там в течение часа делается там 12 штук. Ну, грубо говоря, если так, 5 минут. Здесь, кстати, спрашивают, но на самом деле я сразу скажу, что, возможно, ничего не получится из НДА. Спрашивают, мог ли бы ты показать какие-нибудь наброски, которые тебе заказчик сдал, которые ты сдал заказчику, и они, ну, в общем, которые он утвердил. Пока не могу, к сожалению. Вот. Так. Надеюсь, когда срок НДА закончится, то я все покажу сполна. Сейчас не могу, к сожалению. Я не хочу судебных разбирательств и так далее. Хангирей, удали, пожалуйста, комментарии, в которых ты ругаешься, чтобы это не делал, ну, чтобы я не делала, если не говорили, что модерация жесткая. Да, не надо. Так. Так, ну здесь спасибо, Хангирей, ты клевый. Так, дальше спрашивают про то, что как происходит процесс детализации, ну, кроме того, что от пятна, видимо, наверное, стоит пересмотреть стрим какой-нибудь скорости. Вот. И спрашивают, пишут ли тебе заказчики сами, или ты ищешь работу? Несколько работы еще. То есть, ну, я, конечно, мог бы искать ее, но пока заказчики пишут сами.
Так, здесь вопрос. Я на самом деле не знаю, насколько он этичный. Мы обычно его не задаем. Давай, наверное, будет без конкретных цифр. Хватает ли на хлебушек с маслом, когда платят? Да. Вполне Вот. хватает. Так, ну, То есть здесь... тот же, ну, если так вот, без цифр конкретных, та же поездка на CG-Event вместе с отелем и прочим-прочим сделана за один рисунок. Вот. Такое дело. Ну, то есть там, видимо, еще билет в эту стоимость входит. Там, типа, билет, дорога плюс отель до Москвы. Да. Это все одну картинку нарисовать. Да. Вот. То Платят есть... нормально. Так, ну тут еще у нас на самом деле, когда атаковали всякие разные академисты, которые не хотят знать, что ты не, что у тебя нет академического образования. Видимо. Но они прям вообще, они прям, ну вообще, то есть они спрашивают, собственно, насколько помогает знание академа, вот это все, они прям очень много. Вообще это очень помогает. То есть я не говорю то, что если я там не учил его, то что это не нужно. Это очень нужно. И, допустим, будь я там более усидчивый, менее глупый и так далее, то я бы, скорее всего, использовал эти знания более обширно. Но я это не делаю, и поэтому рисую так, как я рисую. Но если вы... Ой, блин. Если вы их используете, то это хорошо. Я поддерживаю эту мысль. Я не использую. Ну, в принципе, кто человек более-менее понимающий в рисовании, видя то, что я сейчас делаю, мне бы за это, ну, в академической школе, скорее всего, руки поломали. Так делать нельзя. Ты себя разрешил, тебе можно. Да. Здесь еще спрашивают, ну, тут еще вопрос, который выходит в наши топы. Как найти заказчиков или как заказчикам найти тебя? Если ты сказал, помимо того, чтобы выходить в тренды на ArtStation, и помимо того, чтобы не пиариться на русскую аудиторию. Я, кстати, по-моему, у тебя в микрофоне слышу себя. Сделай меня, пожалуйста, потише в Дискорде. Сейчас. Наверное, потому что у меня один наушник просто откинутый из-за этого. Сейчас слышно? Так, ну, вроде бы нет. А, ну вообще потому что наушник один просто был откинутый. Ну, возвращаясь к вопросу, как с вам заказчиками найти друг друга? Ну, если я буду говорить про себя, то это чистое везение. Ну, по большей части. То есть, чем больше вы известны, тем больше вероятности то, что вы заказчика найдете. Ну, заказчик вас найдет. Я заказчика не искал ни разу. Поэтому я ничего не могу сказать, как его найти. У меня опыта нету. Вот такие дела. Там спрашивают, можно ли посидеть с нами в Дискорде, я как начинающий вопросы. Да, кстати, здесь чуть раньше задавали вопрос, можно ли написать тебе в личку и спросить какой-нибудь фидбэк? Да, можно. Я довольно добрый человек. Ну, кроме тех моментов, когда я злой. А так я часто отвечаю. Так что, ребята, все... Но вообще лучше я, наверное, там, темку в группе сделаю у себя и там буду отвечать, скорее всего. Ну, если это хотите. В общем, ребята, все ссылки на Олега и на его в описании стрима. Вот, можно туда к нему зайти, подписаться на его галерею, если кто-то все еще нет, и задать вопрос, он сказал, что можно. Да. Так, следующий вопрос. Если вдруг обстоятельства заставляют тебя отложить существующий заказ,
Как ты с этим справляешься? Ты делаешь заказчику какую-то скидку? Или ты говоришь о том, что сорян, не буду ничего доделывать? Как ты с этим И работаешь? если не получается договориться, я возвращаю сумму и все. То есть ни скидок, ни прочего я не делаю. То есть если мне не получается прям срок, то я не буду как-то пытаться, ну, компромисс какой-то найти. То есть я сейчас не могу, то скорее всего не смогу, ну. Обычно у меня не было таких ситуаций, чтобы я там заказ отложил. Вот. У меня их довольно мало, и они не частые. И, то есть я обычно все просчитываю, ну, заранее в этом плане. Если я не выполняю свои обязательства, то я, скорее всего, скажу то, что я не буду делать. И деньги не беру, даже если я часть работы сделал. Так, и здесь дальше спрашивают, ну вот Ангерей все никак не успокоится, я все. Ну, у нас нет, на самом деле круто, круто, что Да. прям. Так, спрашивает, вот кричит, ты в основном рисуешь всякие сайфайные штуки, а когда ты их рисуешь, прорабатываешь ли, ну, как бы условную анимацию, какие-то там базовые принципы движения, или просто делаешь какое-то описание, как в проекте, то есть про конструкцию, про движение конструкции расскажи немного. Движение я обычно с заказчиком продумываю, то есть он мне дает фидбэк, я на основе него что-то меняю. То есть это такое очень сложное действие, потому что, ну, я все же художник и могу некоторые моменты, ну, пропустить в рисунке. Поэтому в течение рисунка что-то меняется. То есть фидбэк, я переделываю. Там, если где-то конечность может не согнуться. То есть, допустим, если так пример сделать. Берешь здесь сустав. И вместо шипа вот здесь, берешь его вот здесь. И все. Это конечность. Конечность у тебя не сгибается уже. То есть она упирается в верхнюю кость и все. Конечность не сгибается. То есть обычный фидбэк, чтобы там глаза не забыливались и своевременная критика была. Вот так это все в паре продумывается. А ты сам обращаешься к кому-нибудь за критикой? Нет. Окей. Так, у нас, в принципе, я смотрю по чатикам, у нас заканчиваются вопросы. Вот, я передаю привет всем котам, которые передают нам привет. Вот, и у нас заканчивается стрим, подходит к концу. Вот, так что спасибо тебе, что был с нами, отвечал на вопросы. Вам спасибо. Да. Я надеюсь, что мы увидим законченную картинку. Да, я тоже надеюсь. Так, и всем спасибо, что приходили нас посмотреть и послушать. В общем, забегайте в остальные соцсети школы, ставьте там лайчку стриму, если вам понравилось. И подписывайтесь на канал, потому что стрим у нас 2 раза в неделю, и следующий стрим у нас уже в это воскресенье. И в это воскресенье у нас Мария Пушкова, и будет она рассказывать про то, как придумать окружение, особенно когда ты знаешь немного 3D, и особенно, когда ты боишься архитектуры. Поэтому заходите к нам в 8 вечера в воскресенье на этом же месте. Тоже дадим анонс. И я надеюсь, что увидим картинку Олега и вместе со всеми гостями. И Все? Да, всем всем пока. спасибо большое. Пока-пока.